Здравствуйте, уважаемые зрители, это канал Частер Элит, и здесь мы говорим об эксклюзивных часах. И сегодня у нас снова представитель независимой швейцарской компании Epos, но на этот раз автоматический хронограф с индикацией дня, недели и даты. Коллекция Sportif, модель 34-33, 228-35-15-30. Корпус часов выполнен из стали 316L, сатинирован. Смотрите, какая интересная. Тут есть и полированная грань, элегантно переходящая от ушка к ушку, сужающаяся на корпусе. Ушки, кстати, немного скошены вниз, достаточно широкие. С правой стороны также нас ждет рифленая заводная головка с монограммой компании и две кнопки, отвечающие за работу хронографа. Все в черном цвете, так же, как и высокий скошенный рант. Чуть меньшего диаметра, чем сам корпус. И сверху часы накрывает плоское сапфировое стекло, не подвержено царапинам. Ну и под стеклом мы видим черный циферблат, который, кстати, залегает достаточно глубоко. Высокий ободок внутренний, также черный. И две поминутные разметки по внешнему кругу циферблата. Соответственно, разметка с долями секунд и с арабскими цифрами через каждые 5. К долям секунд мы, кстати, еще позже вернемся. И вторая поминутная разметка на красном круге, где еще и трапециевидные полированные почасовые индексы разместились со светонакопительным покрытием. Также светонакопитель и в стрелках, элегантных, полированных в стиле дофин. Часовая минутная, а вот секундная смещена в район 9 часов, она с красным наконечником. Кстати, черный циферблат, матовый. Такой немного рыхлый по структуре. Очень красиво это выглядит вблизи. Ну и, конечно, хронограф. Вот эта стрелка тонкая, центральная, с большим противовесом. Она как раз отчитывает секунды нашего хронографа. И тут мы возвращаемся к долям по внешнему кругу. Дело в том, что эта секундная стрелка, она не прыжками ходит, а, как видите, маленькими шажками. И мы можем посмотреть доли секунд во время измерения времени. Точность хронографа здесь 1/5. Секунды. И до 12 часов мы можем засекать время. Часы отчитываются в нижнем циферблате, минуты в циферблате в районе 12 часов. Остановка также на верхнюю, сброс на нижнюю, резко сразу в ноль. Ну и, конечно, окошко дня, недели и даты здесь еще в районе 3 часов. Белый диск на черном фоне. Также все это в рамке, прекрасная читаемость. Ну а за работу их отвечает легендарный механизм Valjoux 7750. Один из самых неприхотливых и надежных в своем роде, свою историю он ведет еще с 70-х годов 20 века и используется во многих люксовых брендах швейцарских часов. 25 камней, 28 800 полуколебаний в час и запас хода 46 часов. Два вида подзавода, ручной, то есть можем прямо с головки их подзавести, так и при помощи движения они подзаводятся. И, кстати, через прозрачную заднюю крышку мы можем наблюдать за нашим механизмом. Посмотрите, какая красота. Декорированный механизм, вороненые винты, фактурная шлифовка и на самом механизме, и на брендированном роторе. Ну и, кстати, по внешнему кругу еще информация о материалах стекла и корпуса, о водонепроницаемости, 10 атмосфер. Это значит, что в часах можно даже плавать, они не боятся контакта с водой. И, конечно, SwissMade. Настройка у часов самая простая, в двух положениях головка настраивает часы, но самое интересное — это переход на следующий день. Давайте посмотрим, переведем головку в второе положение и начинаем прокручивать стрелки. Сначала сменяется день недели, где-то в 22.30, в 22.35 он начинает меняться на следующий день и тут же подхватывается и число. Посмотрите, одновременно они начинают меняться. Где-то без 20, без 15, 12 день недели встает уже на следующий. И ровно в 12 перещелкивается и дата. Ну и далее выставляете время. И после выставления времени вы возвращаетесь в первое положение головки и настраиваете день недели и дату. А вот так светонакопитель ведет себя в темноте. Яркий, бирюзовый, отличная читаемость. И даже стрелка хронографа тоже подсвечивается. Поэтому при желании можно даже
время засекать в темноте. И габариты у него следующие. 53 мм высота корпуса по краям ушек. Диаметр 43,5. Толщина 14,5. Ну и, конечно, литой стальной браслет. Сатинированный, с полированными элементами. Ширина браслета 22 мм и на запястье до 20 см подходит. Такая вот у нас здесь застежка-бабочка. Общий же вес часов 188 граммов. Отличный автоматический хронограф. Подойдет как каждодневная модель. Также есть и спортивные нотки в дизайне. Это и сам хронограф, это и красные динамичные элементы. Да и даже с некоторыми видами рубашек, костюмов, я думаю, тоже будет модель хорошо сочетаться. Все-таки здесь универсальный вид и классическая обработка корпуса и стрелок. Подводя итог, в модели хотел бы отметить два аспекта. Первый — это механизм с календарем, с хронографом, с двумя видами подзавода. Да и, наконец, с отличным декором. Мы этот механизм можем наблюдать через прозрачную заднюю крышку и видим, что здесь все, конечно, сделано очень качественно. И второй аспект – это фактура циферблата. Это матовая черная структура самого циферблата, обработка маленьких циферблатов. Здорово выглядит все это вблизи. И, опять же таки, высокое качество здесь наблюдается невооруженным глазом. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели. Обязательно оставьте его в комментариях под видео. Также, если вам оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну и, конечно, поделитесь этим видео с друзьями. А на этом все. Всем пока!